Всем привет, с вами Airprograms, и в этом видео мы с вами реализуем вот такую вот диаграмму. Для этого нам понадобится три пакета Synfunction Flutter Sliders, Synfunction Flutter Core и Synfunction Flutter Charts. Давайте перейдем в код и реализуем это. Так, давайте отредактируем наш файл main.dart. Пишем класс default range selector page extends status widget. Далее в run up мы с вами запишем material up, далее home, создадим конструктор, сделаем stateful widget. Пишем класс charts sample data, далее давайте запишем переменные. Далее название chart data, далее запишем градиент colors, так,
Compose. Далее объявим state. Здесь мы запишем дату. Short sample data. Short sample data. Data. Time. Точка 2. Здесь мы с вами напишем. Далее запишем gradient colors, запишем const, далее linear gradient, далее в colors не зададим
data, then data, then точка off, далее контекст, точка, точку запятой, далее final, media, query, data, далее media, query, data, далее media, query, запишем off. Далее перейдем в виджет scaffold, вызовем background color, colors.white, далее запишем body, container, здесь зададим margin, стек, зададим паттинг. Так, здесь мы с вами укажем child. SF range selector then, далее укажем дату, дату передадим SF range selector then data, запишем label offset, offset точка zero, далее active label style, далее запишем size, укажем 10, запишем color, здесь укажем then data, текст then, далее body, текст 1, точка, color, точка, вид, opacity 0.87. Так, далее запишем inactive label style. Здесь мы вызываем TextStyle, далее укажем font size со значением 10, укажем color, color,
дата, color схема, далее brightness равняется brightness.light, далее запишем color.light.bit opacity 0.75, далее запишем course.rgbo, далее запишем child далее запишем sf range selector, далее запишем min, далее запишем max, интервал контроллер. Дата формат, дата, так, здесь нам понадобится пакет Intel, давайте его импортируем. Далее запишем enable tooltip со значением true. Далее зададим should always should tooltip. Следующее запишем tooltip text formatter callback. Format.
value, точка запятой. Так. Далее мы здесь запишем следующее. Change. Передадим SF range values. Далее set state. Child. Size box. Здесь мы зададим bit со значением media query data. Size.bit. Далее height. Media query data. Size.height. Далее child. SF. Partition chart. Далее margin. EdgeInsets.0. Далее primary axis. Далее day time axis. Зададим минимум. Пишем is visible со значением false. Так, точку запятую. Далее primary y-axis. Далее зададим numeric axis. Сюда мы передадим is visible со значением false. Далее зададим максимум 4. Далее запишем plot area border width 0. Зададим series S line. Далее area series. Здесь нам понадобится chart sample data. Далее data time. Далее запишу spline series. Далее x. Далее градиент. Сюда мы запишем градиент colors. Далее запишем animation
100, button 100. Такая вот у нас с вами диаграмма получилась. Подписывайтесь на мой канал, ставьте лайки. Увидимся в следующих уроках. Всем пока!